Заведующий историко-мемориального зала филиала Заведующий историко-мемориального зала филиала новое название это нафиг. Краснодарского летного училища. Да, вот это название. Военно-научного центра, военно-воздушных сил, военно-воздушной академии и так далее. Жуковского и Гагарина. Ветераны, например, я тоже не признают это. И музей получается. Говорите, просто училище, да. Краснодарское летное училище. Да, вот так вот, да. Если брать вот по истории его всего, да, оно меняло название, я посчитал, 9 раз. Вот с Читинской 9 раз. А правильно называть, если думаю, это вот Краснодарское летное училище, авиаучилище, вот так вот для иностранцев и для всех готовы. Как вы говорите? Потому что так оно запутаешься. И говорят, мы еще поменяем название в августе. Будем уже не это, будем Воронежскую, филиал Воронежского университета авиационного. Поэтому. Так, как считаете? Да, так с чего все-таки? Нет, как считаете, как на это. Я уже записал, все нормально. Продолжай. Так и есть, что 9 раз меняло название, так оно и будет. Так и было, да. 9 раз название. Значит, отчет своей истории. Училище ведет с 5 ноября 1938 года, когда в городе Чите была создана 30-я авиационная школа пилотов. В связи с неблагоприятными условиями Забайкалья, осенью 1939 года училище было перебазировано в город Батайск. Личная дислокация авиационного училища город Чита, 1938 год, 5 ноября, 1939 год, город Батайск. Во время Великой Отечественной войны с октября 1941 года по март 1944 года город Евлак, Азербайджанская ССР. Затем продолжение летного обучения в городе Батайске. И с 1960 года, с мая месяца, место дислокации город Краснодар. 22 июня 1939 года школе пилотов было присвоено имя легендарного летчика, участника боев в Испании, героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. В году добровольцем уехал воевать в Испанию. Во время своего пребывания в спецкомандировке в Испании он проявил себя как выдающийся летчик, военачальник. Совершил, описан и в архивных материалах, и в мемуарной литературе. Когда Серов оказался один против 13 фашистских самолетов, это асы были Люфтваффе и асы итальянских фашистов. Значит, во время этого боя удалось ему сбить несколько самолетов, и он выиграл этот бой и предотвратил непосредственно шли эти самолеты, бомбардировку городов Испании, он предотвратил гибель многих мирных жителей Испанской Республики. Ну, к сожалению, таланту ему не суждено было раскрыться далее, потому что он продолжал, как говорится, летать. И в одном проведении одних специальных полетов в сложных условиях 11 мая 1939 года
Он выполнял полет в сложных метеорологических условиях с героем Советского Союза Полиной Осипенко. И самолет потерпел авиакатастрофу имени героя Советского Союза Серова. Ему сам Чкалов заведовал. И он, место, говорится, ну, такого именитого летчика был, конечно, непосредственно Анатолий Константинович Серов, который во время, ему было доверено во время проведения праздников 7 ноября, первомайских праздников, пролет, он возглавлял пятерку лучших асов, пятерку самолетов, истребителей, которые проносились над Красной площадью, над непосредственно во время проведения Камнеской. Там он две, он вначале, я был кузнечиком, то есть я в две роли, я кузнечика, а потом где-то с подписью, вот. Он умер только в прошлом году, не дожив. А где дом, где я? И покажите книгу, что там, и расскажите. Виталий Иванович Попков, выпускник училища 1940 года. Виталий Иванович Попков, дважды Герой Советского Союза. В годы войны он сбил 41 фашистский самолет. И вообще его на его счету 47 фашистских самолетов, 47 самолетов. 6 самолетов он сбил, участвуя в локальных войнах и конфликтах уже после Великой Отечественной войны. Попков является прообразом маэстро в кинофильме «Будет одни старики». Именно Виталий Иванович рассказал режиссеру Леониду Быкову о своей поющей эскадрилье, и что положило основу для снятия кинофильма «В бой идут одни старики». Виталий Иванович Попков прожил долгую жизнь. 88 лет он прожил, непосредственно занимал руководящие посты военно-воздушных сил, но последняя его должность была начальник спецфакультета Академии имени профессора Жуковского. Летное снаряжение времен войны, непосредственно шлемофоны, измерительные приборы. Ой, самостоятельный человек. История нашего вуза началась в 1960 году, когда в мае этого года училище было перебазировано в город Краснодар. С этого времени началась подготовка иностранных военнослужащих, как в то время для стран народной демократии и развивающихся стран. До 91-го включительно подготовка шла только иностранных военнослужащих. Всего вообще за это время, с 1960 года до настоящего времени, было подготовлено более 14 тысяч летного состава и инженерно-технического состава для 57 зарубежных стран, земного шара. Многие из наших выпускников стали выдающимися деятелями в своих государствах, главкомами, министрами, космонавтами. Вот в этом зале представлены непосредственно подарки иностранных военнослужащих, которые у нас обучились. Шкура питона, подарки Вьетнама. Это вот подарки Республики Мьянма, вот такие вот инкрустации непосредственно. Мачете, это Куба, учились у нас кубинцы. Эфиопия, вот эти вот непосредственно деревянные такие сувениры. Вот это вот такой дождь непосредственно, это обучались Йемен, государство Йемен, непосредственно вот тарелки Перу, государство Перу, подарки, стена таких вот подарков, которые... Иран, да, вот Иран, орнамент, Иран, обучение Ирана проводилось. Непосредственно. Вот Бангладеш, ковер ручной работы. Тут непосредственно на руку рассказывали, что этот ковер обладает свойствами релаксации. То есть, если человек становится посредине и смотрит в центр, несколько, потом закрывает глаза на минуту, чуть больше, потом открывает, и перед ним открывается картина этой страны. Горы, реки, то есть человек, говорится, успокаивается и непосредственно такое воздействие оказывает ковер. На самом деле это так, попробуйте. Это
в общении, особенно с, если приезжали слушатели, да, которые обычно у нас курсанты приезжали, у них они подготовительный курс, ими занимался, как говорится, цикл тогда назывался русского языка, женщины занимались, который первый год был обучение только русскому языку, а группы, которые приезжали, слушатели, которые трехмесячные, полгода, то непосредственно с переводчиками. Вот переводчики помогали при проведении, мы проводили не только учебные, но и воспитательные процессы, тоже не только с иностранцами, не только с курсантами, но и слушателями. То есть проведение, как ознакомление, тогда называлось, как с нашей действительностью, это показ наших городов-героев. Мы ездили на экскурсии, прибочки сопровождали нас, например, Волгоград. На Малую Землю мы ездили, все нашим героическим событиям в нашей стране, по битве тут на Кавказе, по Волгограде, Мамаев-Кургане, там было непозрение, как говорится, с нашей страной, с достопримечательностями нашей страны, с героическим прошлым, с историей и с непосредственно с успехами в экономике, в сельском хозяйстве, в культуре. При проведении даже мероприятия, когда проводили в театры, там какие-то театры, они, говорится, потом объясняли, ну, в качестве перевода суть тех произведений искусства, которые смотрели эти иностранные военнослужащие, чтобы дошло до них понимание нашего, как говорится, нашей культуры, нашей российской культуры. Непосредственно. Процесс, Аркадий, сказал. Ты лучше за мной стой, а вас еще раз прошу смотреть в камеру. Вы все время на Аркадии, он ходит, и вы за ним головой. И качаетесь в экране, я просил. И указкой не стучите по полу, ладно? Значит, может быть, скажете несколько имен из переводчиков, кого вы запомнили. Может быть, какие-то особенности перевода были, которые могли привести к каким-то казусам, конфузам. Вот было такое? Такое я не слышал. В какие годы вы работали? Практически до начала, до того, как мы готовили только иностранцев, потом сократили эти должности. С 85 по 91 год, 92 даже год непосредственно. Ну, переводчики в основном, как я скажу, были профессионалы, вот такого, ну, переводчика, как Воинов, например, он, вот, ну, немножко его знаю, так говорится, сейчас это... Сергей Воинов. Сережа Воинов, так вот, я с ним как-то и на экскурсиях был, это вот запомнил даже. Доманов. Ну, Сережа Воинов, мы живем около университета, я там тоже недалеко, поэтому он, как говорится... Вот отдел потом Генов переводов был начальником отдела, ну, он долгое время был, да, начальником, но у нас называлось отдел переводов, бюро переводов, менялось по-разному. Структура была большая в свое время, потому что было большое количество групп зарубежных, особенно и слушателей, был поток большой, поэтому сейчас, конечно, оно... уже сократился. 45 переводчиков. Да, был очень большой группа, не группа, а даже тут отдел целый, какой тут даже не бюро, тут отдел целый, отдел, который работал, и у них, между прочим, нагрузка была одно время, когда группы приезжали, особенно большие группы, такие вот, как вот были большие группы по большое количество человек, это как Иран, когда группы большие приезжали, Бангладеш, когда большие группы, он был, у них объем, конечно, был, и нагрузка очень большая, они практически получалось, и на учебном процессе это стоять, когда идет непосредственно процесс обучения предмету, а они должны знать технический уровень и технические, запас слов, они, говорится, и потом в повседневной жизни разбираться различными, ну, нюансами бытовыми, бытовые вопросы тоже приходилось решать, особенно нюансы тут, и тем более они должны были знать, ну, я думаю, знали, какие-то особенности, национальные особенности этих непосредственно национальной группы. И они их и знали и помогали очень и в учебном и воспитательном процессе. Поэтому, да, у меня нормально, кажется, сложились вот. Только положительные, как они знают, что они профессионалы, никаких. Да, он знает это, вот предмет, поэтому. Да. И знаю несколько вот по, да, то, как в процессе, как я работал по воспитательному процессу. Поэтому и вот знаю их не нагрузку. А по, говорится, это не потерянный вопрос. Да, воспитанники участвовали в локальных войнах и конфликтах. Так вот, особенно большая группа была у нас, это вьетнамских
непосредственно авиационные спецслужбы. Осколок самолета Б-52, это летающая крепость, это единственный в мире экземпляр, который находится здесь у нас, наверное, в России. Это единственный сбитый в воздушном бою на самолете МиГ-21 нашим выпускником, 68-го года Фантуаном, а самолет был сбит в 1973 году. И вот как впоследствии Фантуан стал летчиком-космонавтом и совершил полет в 1980 году с нашим же выпускником, выпуснику 56-го года, это Виктор Васильевичем Горбатко. Они на Салют-6 совершили полет в 1980 году, небо Вьетнама. Ну, Б-52 это и в настоящее время имеется на вооружении. Б-52-1 сейчас модификация, он в настоящее время тоже летающая крепость. Почему его тяжело сбить? Потому что обычно он шел на бомбардировку городов Вьетнама в сопровождении истребителей. И вот Фантуан в ночное время в СМУ вышел на патрулирование, и была облачность, и он из облаков вышел и навстречу попал между охраной этих истребителей. Вышел из облаков и навстречу увидел самолет Б-52. Он произвел один пуск ракеты, второй пуск ракеты, и, чтобы они не успели опомниться, сделал непосредственно маневр и ушел на свой аэродром. И не знал даже, сбил он или не сбил. А на следующий день они начали слушать радио, поймали американскую волну и там передали, что бомбардировщик Б-52 с такими-то опознавательными знаками не вернулся на свою базу. И он понял тогда, что он его, как говорится, забрал. Был взят в плен. Это все как раз в наш музей представлено. Не случайно 13 выпускников нашего училища вьетнамским стали героями Вьетнама. Вот они вот. Это был сколько? 51 год? 61 год. В 61 году. 50 лет. Флай Херон. Бухта Качинес. Да, вот это осколок катера. Есть фантом, это в Сирии. Сирия, это когда голландские высоты. Применение. Американцы их применяли. Вот идет кубки сделаны. Это с обшивки сбитых американских самолетов, которые были сбиты в небе Вьетнама во время войны во Вьетнаме. И шариковая бомба. Шариковая бомба тоже. Американцы применяли ее во Вьетнаме против также мирного населения. Хотя они международными конвенциями и договорами были запрещены для применения, как и напал. Хардидо у них, да? Все полностью, да? Право. Йемен, это Южный Йемен, тогда народный республик Йемен. Это Мадагаскар, это Куба, это Ангола, это Северный Йемен, это столица Саны. Непосредственно это наш командир роты из этих иностранных. Это Алжир, Афганистан, Мозамбик и Гвинея, Гвинея-Бисау. Ну, это... Что такое? А между прочим, этот, у него дублер, генерал Дауд, он... Там есть снимок. Наша страна и все человечество отметило знаменательную дату – 50 лет полета в космос человека. Первым человеком был наш соотечественник Юрий Александрович, Сергей Гагарин. Свой вклад в покорение, исследование и развитие космоса несло и наше училище. Всем выпускникам нашего училища стали непосредственно летчиками-космонавтами и космонавтами-исследователями. Среди наших выпускников Владимир Михайлович Комаров, Евгений Хрунов, Виктор Васильевич Горбатко, кстати, непосредственно он является нашим земляком, он родился на Кубани, в поселке Венцезаря
Киевского района Краснодарского края и часто приезжает к нам, в этом году тоже в американскую летающую крепость Б-52. Ну, Фантуан долгое время занимал очень руководящий, большие руководящие посты военной службы, шел, но является советником президента Вьетнама по внешнеэкономическим вопросам. Бартолом Фаркаш, это венгерский космонавт-исследователь, наш выпускник, это афганский космонавт, совершил полет в 1988 году вместе с космонавтами Ляховым и Поляковым. В настоящее время по свидетельству прессы Абдуллахат Мамад проживает в Европе, в Голландии, является руководителем одной из фирмы, филиала Philips. Philips, да, это им там где-то коммерческий директор или кто-то там такой. Вот Ахат вместе, вот он, вот Фрунзенских. Да вот, а Ахат Мамад наш. Тот генерал был, а этот полковник. А Ахат Попов, полковник. Ну, полетел Ахат, а Дауд дублера. И посол это, посол этого, посол Афганистана. Он в шапочке. Дауд за ним. Вот. Ляхов, Поляков и это вот самолет. Бывал в космосе, и здесь с подписями, он подарил нам Виктор Васильевич Горбатко с подписями его, Горбатко Виктор Васильевич, и непосредственно Фантуана. Вот, сделал снимок вдвоем. Ляхова, Полякова и непосредственно Ахат Мамад. Это вот флаг Афганистана того времени. Восьмой подписи. Бартолом Фаркаш. Герой Великий Юнёк. Красиво тут. Снимок, подарок, училище. Работу, награды. Тут кубки, медали, мяч. Вот команда Кубань подарила. Дипломы. Да. Спортивную военно-патриотическую работу. Позвольте вручить вам книгу в ваш музей. Эта книга рассказывает об истории спецназа ГРУ в Афганистане, в том числе о боевом применении авиации, без которой спецназ не обходился. Пусть эта книга останется в вашем музее. Я думаю, что она тоже имеет историческое значение. Ну и пригодится для практической работы с нашими курсантами, которые мы готовим непосредственно для участия и в боевых действиях, в том числе и с применением авиации. Тем более в настоящее время, как говорится, основной, как говорится, будет вид боя и авиация, это в локальных войнах конфликтах это основная, как говорится, ударная сила, которая решает исход сражений, как показывает история всех войн и локальных войн. Спасибо вам, надеюсь, я на сотрудничество спасибо с вами вам тоже. Спасибо. Да, всех благ. Продолжим, да? Виктор Алексеевич, позвольте вам подарить тоже свою книгу. Книга называется «Как сдавали Афган». Ну, книга написана об основных этапах афганской войны. Действия авиации, к сожалению, здесь мало описывается, но, в общем, я думаю, что эта книга тоже внесет свою лепту в воспитание нового поколения молодых летчиков на благо нашей Родины. Спасибо. Будем использовать ее для работы. Спасибо вам, спасибо за посещение. А вам успехов. Спасибо. Будем стараться, говорится, чтобы, говорится, использовать и наш музей для того, чтобы мы воспитывали патриотов, потому что наш музей посещает молодежь не только с города Краснодара, а со всего Краснодарского края и даже больше. Мы находимся, я даже немножко в сторону, мы находимся в бывшем славном бюро переводов Краснодарского летного училища. Это остатки того, что было. Вот. В настоящее время здесь работает где-то около 9 человек-переводчиков. Все время групп мало.
по мере возможности применяем свои знания, они дают нам скучать. Ну, особой работы нет. Сейчас. Потому что они у нас имеют свойство уходить. Так, сейчас, секундочку, я вытащу вот бывшую вот. И как часто вы используете этот словарь? У нас мультитран. Электронные слова. Сейчас мы уже. Ну, вот, как видите, 85-й год, документ образца 85-го года, образцы оформления документов, дипломы, свидетельств на английском, французском и арабском языках. Это наверняка, если кто-то из бывших наших переводчиков все это посмотрит, то вспомнит свой труд. Вот, пожалуйста, на арабском языке, на французском, на английском. Русско-английский словарь «Советский Союз». Вот. Ну, специфика, конечно, здесь перевода была совершенно своеобразной, потому что аэрофотограммирование, фотометрия, фотографирование. Вот. Ну, это, как говорится, остатки прежней роскоши. И все это связано с авиацией, с нашей авиацией, с иностранной авиацией. Вот. USA Air. Вот. Мираж. Французский словарь сокращений, употребляемых в наставлении по авиационной поисково-спасательной службе. Тексты для экзамена на квалификацию военный переводчик. Пожалуйста. Испанский язык. Тексты подготовил Донцов. 86-й год. Краткий русско-французский словарь по самолетовождению и топографии. Основа военного права, французский язык. Закон СССР о правовом положении иностранных граждан, французский язык. Общевоинские уставы СССР, французский язык. Схема. Дешифратор. Вчерашний день. Сейчас, в настоящее время, все это компьютеризировано. Все это можно найти в интернете, в мультитране. За исключением арабского, персидского, а распространенные языки типа английский, французский, это запросто можно в интернете найти в специализированных электронных словарях и так далее. А переводчиков, кадровых переводчиков военных осталось 3 или 4 человека, а остальные все теперь переводчики гражданские. Естественно, у них нет специализированной такой подготовки, как у нас. Для них иногда русские термины вызывают удивление. Как будет, допустим, разводное занятие? А что такое разводное занятие? Я понимаю, развод с мужем, а разводное занятие как перевести, как понимать? Поэтому, прежде чем запустить гражданского переводчика в работу, ему требуется, конечно, специальная подготовка, которую мы, старшие товарищи, здесь и проводим. Ввести гражданского переводчика в курс практических дел, приходится много дополнительного времени тратить на это, дополнительную подготовку проводить с ним, ходить с ним на занятия, подсказывать. Как этот термин будет, как этот термин будет. Много приходится объяснять значение сначала русских терминов и как передавать это. Если, допустим, ну, такие известные трудности переводческие, как танковая колонна, это будет одно значение, а колонна здания, это совершенно другое значение, ну и так далее. Как мы едим клубнику? На работе? Не надо. В рабочее время не надо.
Не поверишь, сколько знаю, работают как привычки. Сколько советской армии кадров наковало? Тут ребята и ООНовцы даже есть, да? Ну, потом служили по этой линии, наблюдателях. Хочешь, Жень, пока с этими фотографиями? Можно начинать, да? Октябрь 73-го года. Мы еще только на третьем курсе. После многочисленных поездок за рубеж, по стране. Как известно всем, 6 октября 73-го года Египет и Сирия начали отвоевывать свои земли. Причем внезапно, как учили советские специалисты и советники. Значит, где-то в начале 20-х чисел октября 73-го года Леонид Ильич Брежнев, находясь в Ташкенте, что-то называлось типа «Конгресс миролюбивых сил». Сказал, значит, о чем мы видели в программе «Время», что советская сторона договорилась с американской стороной о посылке своих офицеров для наблюдения за прекращением огня между израильскими войсками, египетскими и сирийскими. Но мы программу «Время» посмотрели, легли спать. А ночью стук в дверь. Товарищ лейтенант, тревога. Срочно прибыть на первый этаж к дежурному военному институту иностранных языков. При себе иметь полевую форму. Ну, через полчаса мы уже были на месте, потому как жили в общежитии при институте, который все знают под названием Хилтон. Вот. Там уже находились довольно-таки большая группа старших офицеров и генералов из генерального штаба. Вот. И нам сказали, что мы срочно должны вылететь, согласно предписаниям генерального штаба КПСС Леонида Ильича Брежнева, за наблюдением прекращения огня между израильтянами и арабами. Где-то в 8 утра мы уже были в Чкаловском. И где-то в 8.30 утра вылетели в город Каир через Одессу. Присели в Одессе, дозаправились и полетели дальше. При себе имели повседневную форму и полевую. Сапоги, как и положено, вот, портупеи. Перед отлетом из Москвы, точнее перед отъездом из военного института иностранных языков, начальник института, генерал-полковник Андреев Андрей Матвеевич, распорядился всем выдать оружие с боеприпасами. То есть мы еще получили, расписались, каждый за получение пистолета Макарова и 16 патронов к нему. Вот. Плюс начальник института распорядился, чтобы мы взяли с собой 100 свежих рубашек повседневных. Потому как, несмотря на то, что у нас конец октября-ноябрь, в Москве уже был переход на зимнюю форму одежды, а в Египте еще где-то около плюс 30 температура, так что будет жарко. Вот. Так что, прилетев в Каир в советской военной форме, мы были тут же отправлены в места проживания, которые мы покинули всего лишь год назад, в 1972 году, когда была объявлена окончание миссии советских военных советников. Вот. Расположились в тех же самых домах, в том же самом районе, назывался Наср-Сити, Наср-Сити 6. Вот. Перед отлетом из Чкаловска, при посадке уже в Ил-18, примчалась «Волга» черная, генштабовская. Из нее выскочил некий, то ли майор, то ли подполковник, и кричал: «Ребята, куда же вы без денег-то?» Оказывается, вдогонку был послан он с чемоданом денег по 50 английских фунтов на каждого, сказавши, что если вы окажетесь на территории израильской, на что же вы будете покупать соки, виноград и прочие продукты пропитания?
Так что мы прилетели в Каир в тот же день, по-моему, где-то числа 24 или 25 октября. Имея, значит, каждый по пистолету, два курса, нам при поступлении, ну, при начале учебного процесса сказали, значит, мы будем вас специально готовить с тем, чтобы после второго курса отправить на практику на год. Значит, кто в какую страну попадет? Дело в том, что когда мы поступали в 68-м году, после арабо-израильской войны 67-го года, в которой, значит, как известно по истории, наши арабские братья несколько не так распорядились теми знаниями, той боевой техникой, которая была предоставлена им в руки Советским Союзом. То есть, мягко говоря, они потерпели поражение. Всем известно, это вот, как она, шестидневная война. Вот. И поэтому специально набраны были люди для того, чтобы за два года изучить арабский язык в той степени, которая может быть способствовать тому, что можно будет уже с нашими арабскими коллегами объясняться и помогать советским военным специалистам и советникам в тем, чтобы восполнить силы и те средства, которые были потеряны в 67 году, с тем, чтобы, ну, на будущее, наверное, вернуть эти оккупированные земли и выйти на границы с Израилем. Согласно плану 200, который был разработан в Генеральном штабе Египта, ну, опять же, при помощи и содействии советских военных специалистов и советников. Таким образом, проучившись первый курс 68 по 69 год, на втором курсе в 69 году, уже каждый из нас конкретно был перетасован в группы, которые изучали, плюс к арабскому литературному языку, диалект. Диалекты тогда изучались египетский диалект, сирийский диалект, йеменский, ну, в некоторой степени. Кстати, сказать, что моим преподавателем египетского диалекта был небезызвестный ныне директор Института изучения проблем Востока, по-моему, так называется, который в ту пору был, ну, где-то на год или на два старше нас, Наумкин Виталий, который был лейтенантом Советской армии двухгодичником, зная великолепный египетский диалект, он нас очень многому научил, и очень хорошо научил. Поэтому через год после второго курса, прибыв в Египет в качестве переводчиков при советских военных специалистах, ну, в том или ином роде и виде вооруженных сил, в том или ином месте, будучи либо на Суэцком канале, либо в Каире, либо в Александрии, там было много мест, где требовалось приложение наших знаний. Таким образом, уже имея навыки не только в арабском литературном, но и в диалекте египетском, ну, каждому из нас, кому хватило, может быть, месяц, кому полтора, кому два, чтобы уже довольно сносно заговорить именно на египетском диалекте. Вот. Таким образом, значит, прослужив там год, мы уже собирались возвращаться в Вия для того, чтобы сесть за парту третьего курса, когда нам было сказано, что мы остаемся еще на год. А для того, чтобы плодотворно работать еще целый год, нам присваивалось первичное офицерское звание младший лейтенант. И разрешалось, значит, привозить семьи, у кого они были. Таким образом, большинство из нас, не все, а большинство из нас, остались в Египте и, по-моему, в Сирии тоже с нашего курса люди были, и немножко в Йемене. Но мы уже были младшими лейтенантами, мы уже были офицерами, а не рядовыми слушателями. Вот. И, значит, закончив нашу командировку в 1972 году, вернулись уже офицерами. Те, кто были на Советском фронте, согласно приказу министра обороны о том, что, находясь в зоне боевых действий, день службы считается за два, некоторые из нас, в том числе и я, получили звание лейтенантов, вот. А остальные, которые, значит, в зоне боевых действий не находились, а также в Сирии, остались младшим лейтенантом еще на годик. Вот. Так что таким образом понятно, почему мы к моменту повторного приезда в Египет в октябре 1973 года, будучи еще на третьем курсе,
потому что плюс к работе за рубежом очень часто привлекались для работы внутри Советского Союза. В ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, на различного рода съездах, на различного рода конференциях. Потом, значит, работа с частными лицами. У нас больше времени уходило на работу, обеспечение процесса взаимопонимания между нашей стороной и нашими арабскими коллегами. Ну, прямо говоря, учиться было некогда. Вот. И таким образом, согласно вот этим фотографиям, еще раз говорю, вот это октябрь 73-го года, когда нас внезапно за одну ночь перебросили в качестве, как вначале планировалось, в качестве переводчиков при наблюдателях ООН, которые, значит, набирались в то время из офицеров Кантемировской Таманской дивизии. То есть они там люди солидные, в основном полковники, подполковники. Они должны были выполнять задачи по наблюдению за прекращением огня, а мы вроде бы при них должны были как бы переводчиками быть. Мы там где-то находились до 1 декабря 1973 года. Вот. Ну, естественно, работа планировалась интересная, работа планировалась хорошая, работа планировалась с персоналом и наблюдателей, которые должны были приехать от армии всего мира, от американцев, англичан, французов, там планировалось много, чуть ли не весь белый свет был. Вот. Таким образом, значит, приходилось на одного зарубежного наблюдателя два советских, то есть Кантемировский или Таманский офицер, и плюс к нему переводчик. Целый месяц шли переговоры, ну, якобы переговоры, нам говорили, которые, значит, должны были утрясти ситуацию так, что наши западные друзья должны были согласиться на такой вариант. Но, судя по обстановке, по ситуации, наши западные друзья на это не согласились. Вот, и где-то в конце ноября 1973 года прибыла группа советских офицеров-переводчиков в звании от старшего лейтенанта и выше. То есть те, которые уже ВИА закончили и работали в различных воинских частях в Советском Союзе. А мы благополучно 1 декабря 1973 года на том же самом Ил-18 вернулись и сели за парту. Было, конечно, немножко обидно, но командованию нам все-таки удалось растолковать, что учиться-то тоже надо. Надо же тоже когда-то заканчивать ВИА. Уже наступил конец 1973 года, а мы все еще на третьем курсе были. Поэтому, ну, быстро так сказать, значит, в 1974 году, в январе месяце, наконец-то мы рассчитались за третий курс. Значит, летом 1974 года рассчитали за четвертый курс, в декабре 1974 года рассчитали за пятый курс ГОСы, и таким образом 26 декабря 1974 года нам бы, ну, той части курсов, в которой находился я, это где-то примерно 20 человек, нам были вручены дипломы и отправлены мы были по воинским частям, которые обучают наших арабских друзей и за рубеж. Таким образом, 15 января 1975 года, закончив отпуск, я сел в поезд на Казанском вокзале, и 17 января 1975 года благополучно прибыл в город Краснодар, войсковая часть 26-265, оно же Объединенное летно-техническое училище имени Героя Советского Союза Серова. Вот. Таким образом, 17 января 1975 года началась моя деятельность переводческая уже в качестве дипломированного специалиста-переводчика арабского языка в городе Краснодаре, войсковой части 26-265. Это, кстати, Вовка Остапенко снимал. Это вот... Это называется как? Такой же рев.
Ценная информация. А то ты думал. Это ж как раз и есть. А форма египетская, да? Ну да. Если бы сейчас Джексонса привести, он особенно тот, который на корточках сидит, чернявый. Как же его? Фаткис? Сразу скажу. Левийцы. Да, левийцы. Левийцы другие. Ты знаешь, у нас одновременно как-то было время, обучались северные йеменцы и южные. Что вы можете рассказать про Краснодарское училище, в которое вы попали в 75-м году? Ну, как я уже говорил ранее, значит, в декабре 74-го года часть моего курса, это примерно человек 20, наверное, сдала экзамены выпускные. Вот, тут же состоялась во время экзаменов встреча с людьми из Главного управления кадров Советской Армии, которые прямо непосредственно в военном институте в одной из аудиторий встречались отдельно, лично с каждым из нас. Вот. И было оговорено каждому, значит, судя по успеваемости, судя по опыту, значит, прошедшей работы во время учебы в военном институте иностранных языков, там, у кого в Египте, у кого в Сирии, у кого в Йемене, у кого в Судане. Вот, у кого где, значит, ну, плюс учитывалось, конечно, и семейное положение, плюс учитывалось еще какие-то мотивы, которые нам не положено и не дано было знать, значит, ну, кто-то поехал опять в Египет, кто-то поехал в Сирию, значит, мне было предложено, значит, поехать в город Краснодар, в летно-техническое училище, войсковая часть 26-265, куда я и прибыл 17 января 75 года, после каникул январских. Ну, сюда я прибыл. Первое, что меня поразило, это зелень кругом, трава зеленая, отсутствие снега. Ну, такой период был, несмотря на то, что был январь. Было очень тепло, хорошо. Тут меня встретили мои друзья с других курсов, кто-то помладше, кто-то постарше, с западного факультета, с восточного факультета. В то время, в 75-м году, в Краснодаре по штату было 14 человек, потому что было бюро переводов. Вот. Но постоянно присутствовали совсем немного. Четверо, пятеро, шестеро. Вот. Остальные, значит, кто в командировках находился по Советскому Союзу, кто находился за рубежом. Вот. Потом, значит, из 14 штатных человек, значит, 14 человек никогда не было. Даже вот если собрать всех вместе, то все равно было 7, 8, 9 максимум человек. А занятия проводились тогда? Занятия, конечно, проводились прямо с первого дня. В то время, значит, в училище присутствовали в основном арабские курсанты и слушатели, летчики и техники, практически из многих арабских стран, участвующих в конфликте с Израилем. Вот. Но египтян в то время я не застал, их не было. Значит, были сирийцы, были йеменцы, ну и плюс к арабам были еще, но мы же с ними работали, были сомалийцы, вот, которые работали на арабском языке. Суданцы, которые тоже работали на арабском языке. Вот. Таким образом, иногда бывало так, что, в принципе, каждую неделю где-то было два национальных праздника. Это в среднем. Это минимум два национальных праздника, на котором, значит, выступатели, ну, представители командования, политотдела, значит, с ответным словом выступали кто-то из старшей группы, данной национальной группы, у которых либо день армии, либо день независимости, либо какая-то еще знаменательная дата. И очень часто бывало, что я вот один выходил на сцену, переводил трем или четырем представителям арабоговорящих слушателей. Ну, я уже говорил, йеменцы, сирийцы,
Потом, значит, в 76-м году приехали, по-моему, первые ливийцы. И так часто был такой смешок в зале, допустим, выходит представитель Йемена, да, или с ответным словом, или с поздравлением, и с ним выхожу я и перевожу его речь. Потом он уходит, значит, выходит сириец, опять выхожу я, опять перевожу либо ответное слово, либо поздравление, выходит кто-то из сомалийцев, опять выхожу я, значит, такое оживление в зале, типа, потому что, ну, какие у нас люди, да, переводит всех сразу. А с других стран вы были, не арабских стран? Много. Были немцы, были поляки, были венгры. Но они обучались без переводчика. Перуанцы. Нет, они тоже. Нет, они тоже. Почему? Вот, допустим, перуанцы, они с испанскими переводчиками занимались. Но, допустим, страны же без переводчиков были. Нет, дело в том, что у нас были курсанты и были слушатели. У нас были курсанты, допустим, на полный курс обучения. Это полный курс обучения 4 года. То есть первый год у них проходит как бы изучение русского языка, основ математики, основ черчения, там, основы физики, электромеханики, ну и прочего. Да. Им все равно нужны были переводчики, как-никак. Поэтому у нас были переводчики и с немецким языком трудились. Ребята, значит, ну, с поляками переводчиков не было. Опять же, мы работали на русском языке с ними, но все равно переводчики трудились, но уже как бы в помощь командованию на том же русском языке обеспечили и учебный процесс, и пребывание, и культурную программу. Культурная программа была очень широкая, как правило, был же курс в то время, так называемый, Советский Союз, это был штатный курс, были часы в программе, вот, значит, занимаясь в аудиториях с преподавателями, а потом были поездки по Краснодарскому краю, где, значит, наших социалистических друзей, тех же самых и немцев, и венгров, вот югославов, югославы были, но я их не застал. Все равно приходилось с ними ездить и в Новороссийск, на Малую Землю, и по колхозам, и по совхозам, и на завод Седина, у нас в Краснодаре знаменитый завод Седина, который выпускал станки с цифровым управлением. И переводчики очень часто, даже не выполняя свою прямую задачу по переводу, выполняли задачу как старший на экскурсии при поездке в колхозы, совхозы, в Новороссийск, к местам боевой славы, на завод «Рассвет», или, можно сказать, самая напряженная работа, это была практически все 80-е годы. В 80-е годы был очень большой наплыв, и родилось более 1000 курсантов и слушателей, потому что училище – это не один город Краснодар, а у нас было… Ну, училище – это вроде как учебная дивизия. Учебная дивизия состоит как минимум с 2-3 полков. Вот и у нас так было в Краснодаре. Было 3 полка, значит, авиационных. Полк в Краснодаре, полк в Пущевке, полк в Приморско-Ахтарске. Одно время даже был полк в Элисте. То есть даже было, если я правильно помню, было 4 полка. Вот. Плюс, значит, переводчики выполняли задачу и осуществление службы, как в советской армии, служба караульная, патрулирование по городу. Патрулирование в пределах училища, потом, значит, другие задачи ставились с тем, чтобы помогать командованию и политотделу, с тем, чтобы не было непонятных ситуаций среди огромного числа курсантов и слушателей со всех стран мира, которые обучались у нас. Вот это как раз на 80-е годы пришлось. То есть в то время у нас получалось так, что переводчики каждый день работали по 6 часов на занятиях, вот, а после занятий обеспечивали и ряд других мероприятий. У нас курьезных случаев было практически каждый день. Вот, и каждый день все эти вопросы при помощи переводчиков, я не побоюсь сказать, при помощи военных переводчиков, в основном, потому что у нас были гражданские переводчики, так называемые двухгодичники, вот, которые помогали также в деле осуществления учебного процесса. Вот, решались вопросы
разного рода, в том числе и курьезные. Ну, вот, допустим, если вспомнить, точно не буду говорить какой это год, ну где-то в начале 80-х, где-то вот 84-й или 85-й, иракские слушатели готовились к 14 июля. У них большой национальный праздник, по-моему, День независимости. Вот. И мне было поручено подготовить выступление старшего иракской группы. Майор был старшей иракской группы, я к которому пришел буквально за 2 часа до начала торжественного заседания, вот, с тем, чтобы просмотреть его выступление, сделать кое-какие пометки, с тем, чтобы на трибуне уже перевод лился легко и непринужденно, без остановок. И изучая его выступление, я обнаружил, что там содержатся некоторые выпады по отношению к их братьям и соседям сирийцам. Вот. Я ему сказал, что, говорю, товарищ майор, вот эти вот места, значит, их надо либо удалить, либо, значит, заменить на что-то другое, но у нас в стране, значит, это, в общем-то, недопустимо. На что он сказал, что мне вот это выступление прислали из посольства, и я ни на одну букву не имею права его изменить. Я говорю, ну ты не имеешь права, даже если у тебя 14 июля и большой праздник в Ираке, в Иракской республике, наших друзей-сирийцев вот таким образом ставить в такую ситуацию, в которой, в общем-то, может быть, впоследствии вырасти скандальчик, а может и большой скандал. Короче, закончилось это дело тем, что у начальника училища, в присутствии начальника училища, начальника политотдела, начальника штаба училища, очень долго шел разговор с тем, как бы нам из этой ситуации выйти. Тот говорит, либо отменяйте праздник, что делать тоже нельзя, но мне это прислали из посольства выступление, и я его не должен изменять категорически. Ну, в общем, сошлись на том, что он на арабском языке может сказать не дружественные слова в адрес своих соседей и братьев Сирийской Арабской Республики, а переводчик этот абзац переводить не будет. Вот. Ну, с тем и вышли мы на торжественное собрание. Иракский офицер зачитал его, и когда он дошел, значит, в провозглашении своего выступления до того абзаца, где, значит, высказывалось недружественные слова в адрес Сирийской Арабской Республики, зал заволновался, заерзался, и все ждали, а как переводчик это дело скажет. А переводчик, ну, это был я, мне тогда поручили, я просто, память о том, что мне приказано этот абзац не переводить, я его не стал переводить. Из зала, конечно, посыпались возгласы на наших йеменских братьев, которые уже учась не первый год уже что-то понимали, которые начали выкрикивать, что переводчик неправильно переводит. Ну, там на них сзади цыкнули, значит. Ну, выступление прошло нормально. Бедный майор иракский вздохнул, он же зачитал все, как ему поручалось. Но в русском переводе его слова не прозвучали. Таким образом, к общему удовлетворению сторон, торжественная часть прошла успешно, и таким образом никто не остался ни обижен, ни в накладе. Как у вас тут это все нормально? Да? Они говорят, да, все, товарищ маршал, все хорошо, все нормально. Как кормят, как поют, как вы спите, как гуляете. Проблем нет, все нормально. Ну ладно, сынки, типа, давайте, заканчивайте программу и разъезжайтесь там в свою Ливию с тем, чтобы плодотворно, значит, служить своей родине. И только разворачивается, уходить, старший группа, товарищ маршал, у меня, говорит, вопрос. Тот говорит, ну давай, говори. Старший группа говорит, вот у нас все нормально, значит, по пилотированию, по зонам, по использованию и средств навигации, вооружения, ну, в качестве теории все нормально. А мы хотим каждый воочию пустить по ракете. А маршал сразу к начальнику училища. А почему они у тебя не пускают ракету?
А тот говорит, так тач-маршал, у меня программа, там нету боевых пусков. Что ты, говорит, не можешь им боевые пуски обеспечить? Обеспечь каждому по пуску. А ракеты какие-то там, Х-60, что ли. В общем, какие-то новые хорошие советские ракеты. И он говорит, обеспечить каждому, и ушел. Ну, маршал, он есть маршал, он ушел. А начальник училища, тот сразу в истерике бьется и слезы. А где он обеспечит? В Краснодарском училище, в котором боевые пуски таких ракет на таких самолетах не производятся. Короче, это надо было боевые пуски проводить в Туркмении, в Карабахазгоре. Там соответствующий полигон, там соответствует наземное оборудование, все, что положено. Так туда ж надо из Краснодара в Карабахазгол перемещать огромную массу людей. Летчиков, техников, иностранцев, переводчиков. Ну, масса. Вернулись сюда, а так как значит, обучение закончилось и боевые пуски не входили, то они еле-еле вписывались по срокам нахождения в Советском Союзе. Ну, допустим, завтра у них уже виза кончается. Или как-то продлевать, что тоже очень муторно. Либо надо их быстро отправлять на родину. Но командование решило быстро отправить их на родину. На родину отправили. В бюро переводов сидим, занимаемся своими делами. Приходит один из ответственных офицеров в большом звании. Держит пару листов и говорит, ребята, а где ливийцы-то? Там надо же ракеты списывать. Старшая группа должна расписаться. Там каждая ракета по стоимости чуть ли не как Мерседес. То есть они запустили 17 Мерседесов, их надо списывать. А списывать надо по акту. Акт есть, а представителей ливийской стороны нет. Они уже где-то на Средиземном море летят в город Триполи. Вот. Ему говорят, товарищ-полковник, их уже нету. А кто будет подписывать акт? И на меня повесят, там, я не знаю, сколько-то миллионов рублей. И что делать? Полковник заливается слезами, фигурально. А что делать-то? Вот. Ну, мы тоже сидим, а что сделать-то? Что помочь-то? Сразу мысль какая? Срочно лететь в Ливию с этим актом. И как-то решать этот вопрос. Вот. И тут, значит, встает один из наших мудрых старых арабских переводчиков. И говорит, а у нас остались ливийцы техники. Давайте акт, я пойду к ним, может быть, они подпишут. Высокое советское лицо с трясущимися руками дает этот акт и говорит, ради Бога, сделай хоть что-нибудь. Через 5 минут приходит, говорит, все подписано. Как? Да я, говорит, нашел первого попавшего ливийца. И говорю, тут ребята забыли акт подписать. Подпишут, они уже улетели. Да какие разговоры. Вот таким образом не случилась Третья мировая война в очередной, я не знаю сказать, в 2458 раз. Блин. И только благодаря вот сметке и находчивости переводчиков, бияковцев. В удобоваримую форму приведем. Короче, 68-й год лета, я солдат из Якутска, я приехал сдавать экзамены. Встречаю Гена Воронин, который со мной в предыдущий раз тоже поступал в ИЯ, еще с гражданки не поступил. Вот. И вот, значит, сдаем мы с ним экзамены, сочинения, там, русские, литература, история, все. Последний экзамен английский. Пошли посмотрели по спискам, кто куда идет. Я сдавал экзамены полковнику Квасюку. Вот. А Гена сдавал экзамены полковнику Селезневу. Но учесть, что полковник Селезнев – это первая кафедра, а полковник Квасюк – это вторая кафедра. Ну, через полчаса выходим. А занятия у нас принимали там, где спортивный городок, вот как под аркой, из-под тактики выходишь налево, вот, и там в углу, там еще называлось это, когда-то там учились кубинцы, вот, в начале 60-х годов, и очень долго. Вот этот подъезд,
там, где вот Красные казармы, назывался Кубинским отсеком. И вот мы там на первом этаже, значит, сдавали английский. Я выхожу с тройкой, с твердой, от полковника Квасюка. Гена Воронин выходит от полковника Селезнева с бананом. Весь расстроенный такой, и говорит, ну опять не получилось. Опять, значит, надо ехать к себе в Смоленск, поступать в педагогический институт. И мы с ним идем вот по дорожке вдоль кафедры тактики Карки. И вдруг навстречу генерал наш Андреев. Один. Это редчайший случай, чтобы генерал шел один. Обычно там свита, ну как минимум человек 7-8, а то и больше. Замы, начальники служб. Ну, мы с Геной отступили так, это как положено. Тропиночка-то узенькая, асфальта там, она сантиметров 80. Ну, встали во фронт, как положено. Генерал Андреев мимо нас проходит, остановился и говорит, ну что, Воронин, он его запомнил почему-то. Ну что, Воронин, как на этот раз дела? Тот говорит, товарищ генерал, опять двойка по-английскому. Тот говорит, ну что такое, Воронин, ты какой раз уже поступаешь? Тот говорит, третий, товарищ генерал. И что? И все время двойка по-английскому. Как ты, говорит, сдал все экзамены? Как сочинение? Тот говорит, 5, товарищ генерал. Как русский, устный, 5. История, ну тоже там, то ли 4, то ли 5. А Матвеевич нас как, он все время, ну да, вот говорил. Ну что, говорит, Воронин, хочешь поступить в мой институт? Тот говорит, хочу, товарищ генерал, хочу. То значит, стоял, наверное, хмыкал вот так вот, ну, секунд 30. Ладно, говорит, Воронин, иди в приемную комиссию и скажи, что я тебя зачислил на первый курс. Воронин, Гена, чуть не упал. У него ноги подломились, он слева от меня стоял. Я придержал. И было у Гена такое движение, как будто он генерала чем-то то ли в щечку поцеловать, там, то ли обнять, он его. Тут ладно, ладно, Воронин, ладно, иди в приемную комиссию. А на приемной комиссии, Гене Воронину в 68-м году, я не знаю, тайна это является или нет, турецкий язык на спецфак. Ну и что, Гена проучился 5 лет, никуда не выезжал. Я еще только приехал из Египта в 73-м году, а он уже ехал. Уезжал он в Тбилиси, в штаб округа, на подполковничью должность. Вот такие еще курьезы и с нашими генералами бывают. Расскажи, пожалуйста, а как ты живешь в Краснодаре и чем занимаешься? Вопрос на засыпку. Что связывает тебя с Краснодаром? Наверное, семья моя меня связывает здесь. Проживает моя семья, и я живу. Как ты оказался в Краснодаре и какова твоя переводческая судьба? Я попал после Афганистана с 88 года по 93 военным объединенным летно-техническом училище имени Серова до 93 года. Затем попал под сокращение. И начал свою гражданскую трудовую деятельность, но не в качестве переводчика. Тогда как-то получалось так, что востребованности особой не было. Вот, приходилось осваивать другие специальности. Вот. И в 2000 году сначала на проекте КТК. А не у тебя, о работе в училище. Значит, там работа была специфическая, она заключалась в том, что постоянных групп, обучавшихся с персидским языком, было немного. Они были, но основная масса афганцев знали русский язык и могли обходиться и без переводчиков. Вот. А приезжавшие на краткосрочную переподготовку военные летчики и штурманы тоже в основной своей массе могли общаться на
русском языке, если кто-то чего-то не знал, их товарищи подсказывали. Вот. И поэтому основную часть времени приходилось проводить в командировках вне Краснодара по всей стране. Это было связано со спецификой, которая заключалась в том, что мы находились в распоряжении, будучи в Краснодаре, мы находились в распоряжении Главного управления кадров. Получил, скажем так, групп с твоей помощью в Краснодаре. Сколько примерно человек? В Краснодаре? В Краснодаре, наверное, немного, но, может быть, человек, может быть, 50. Немного, потому что основная масса их владели русским языком. Сейчас он не выходит там. Тебя связывало с Афганистаном. Довелось ли тебе побывать еще раз там? Конечно, были воспоминания, ностальгия по этой стране. Наверное, по молодости, по своим друзьях, с которыми вместе служил. Конечно, при первой же возможности мы встречались, вспоминали о том, как служили в Афганистане. В Афганистане довелось мне проработать по линии Министерства иностранных дел с 2009-2010 годах, один год. Ну и как ты нашел Афганистан спустя 20 лет? Афганистан, ну, мало чем изменился по своей сути. Внешне, конечно, изменения, я только в Кабуле был. Внешние изменения, может быть, и значительные. Это новые многоэтажные здания, новые дороги. Но мозги, что называется, у афганцев остались прежними. Все те, кто к нам, ну, кто с нами сотрудничал, Шурави, так сказать. Они в основной своей массе свои симпатии к нам оставили. А даже те, с кем мы воевали, бывшие муджахеды, бывших, наверное, не бывает муджахедов, оставшиеся в живых, наверное, муджахеды, они к нам также питают симпатии, уважают нас как воинов, как людей. В противовес ставят американцев, что мы их ненавидим, они наши извечные враги, они пришли сюда не для того, чтобы благоустроить нашу страну, чтобы прекратить кровопролитие, а пришли сюда лишь за тем, чтобы от Афганистана не осталось камня на камне. Я хотел бы, конечно, арсенал, да? Самолеты летают, вертолеты, только американцы. На такси, так сказать, на машине, на гражданской ехали. Опасно. Училище мог. Ино бо филан дагар генерал Даурон, ки филан шоят зами мавен وزیر دفاع افغانستان داره. با اینا آمدن چرا که هر دوی از اینا کاندید کوسموس بودن. یعنی به فضا پرواز میکنن. بعد چیز عبدالحد مؤمن پرواز کرد و دوران دوبلور بود. اینا هر دوش آمده بودن در سال 80 اینجا فارغ التحصیل اینجا بود و هم امراش آمد. بله با دوران یک تلفن کردم. چون به حساب اما هم مسلکی ما او را دعوت کردم با یک ختم شکل پمین که از پدر ما کتاب کرده بود ما او را هم دعوت کردم. باز او بسیار خوشحال شد. و گفت میام میایم. اما اون نظر پدر شما هم در حد مؤمنده. خب پدر در هلند باشد. ممکن است یک اینترویو بگیره از پیشش. بسیار خوب میشه. بسیار عکسش در اینجا ما دیروز در موزه چیزش برتالان فارکش زیگموند یین دیگه کی بود از یادم رفت و منجرلا
این عبدالله حمید داشته باشم. مردم به خاطر واقعا وطن خدمت میکردن. Я думаю, что у нас... Кто вы, имя, фамилию, ага. Вот, и сюда вот, говорите в микрофон. Ага. Ну, фамилия Рашиди. Моя фамилия Рашиди Фарид Мадыжидович. Имя Фарид, отчество Мадыжидович, Мадыжид, они тогдашние. Тогда наше училище, оно называлось Летное высшее техническое училище, ВВС. Этот училище тогда назывался именем героя СССР Серов. Вот. Мы тогда, ну, в 88 году сюда приехали на учебу. Значит, на типе самолета тогда, значит, самый современный самолет тогдашнего Афганистана, ВВС Афганистана, это были Су-22М4. В каком году? Что дальше? Ну, в 88 году я приехал на учебу. Тогда у меня было военное звание капитан. Вот. И на тогда же, самые современные наши самолеты афганские тогда было ВВС Афганистана, это Су-22М4. Вот. На обучение этих самолетов сроком на 4 года. То есть срок нашего обучения было 4 года. Начали вы обучение с изучения русского языка? Ну, русский язык я уже знал. Почему? Потому что это у меня было повторное обучение в России, в Союзе. Mm-hmm. Потому что в 81 году, еще когда был при Брежневе, мы приехали на учебу, тогда мне еще было вообще 15 лет. Mm-hmm. Вот. И мы тогда, конечно, учили мы русский язык в такой город, в республике нынешний Казахстан, тогда Казахский ССР, город Джамбул. Вот там мы проходили подготовительный курс, выучили русский язык, а потом дальнейшее обучение тогда продолжили в городе Бишкек, то есть в городе Фрунзе, тогдашний Фрунзе, сейчас Бишкек. То есть вы, будучи школьником, приехали в Советский да, Союз? Да. Это была какая-то программа специальная? Ну, программа специально была потому, что, например, ну, с малого возраста, чтобы мы действительно, то есть корню, чтобы мы имели дух такой, что воспитание, военного воспитания, то есть патриотические воспитания, а дальнейшее, чтобы, то есть тогда была такая программа, это в связи было с тем, что те некоторые специалисты, которые уже были в возрасте, они, например, другой раз бывало так, что не так себя проявляли в тактике войны, то есть, ну, знаете, что враги работали со всех сторон и обрабатывали людей и так далее, поэтому и здесь тоже была так это заложена была такая программа, чтобы mm-hmm. с малого возраста, чтобы хорошо подготовиться именно даже то есть то, чтобы взять это вот дух, то есть воспитание такое очень коренное, фундаментальное. Вот, в духе защиты Родины, защиты достояния, тогда же, например, ну, нашей партии, правительства и так далее. Но эта цель поставлена была Москвой, это все, всем ясно и понятно. Ехал я в Джамбул учиться, а вот. Большая группа у вас была? Ну, у нас было 40 человек. Группа 40. И все школьники? И все школьники были, да. Там были, да, ну, очень мало их, тех пацаны, которые с армии их брали, то есть, ну, были такие, а в основном все были школьники. То есть это были специальные курсы по изучению русского языка? Изучение русского языка для дальнейшего обучения, значит, в военной области. Военные, да, области, в частности, то есть именно по направлению вертолета и самолета. И сколько вы обучались русскому языку тогда? Мы тогда русский язык учили в течение 9 месяцев. 9 месяцев. Потом вернулись в Афганистан и продолжили в школе учебу? Нет, мы вернулись в Афганистан как в отпуск, каникулы, вернулись обратно сюда, продолжили учиться уже на основном. То есть военным делом, вот. В Джамбуле? Нет, уже во Фрунзе, в Киргизии. То есть в 15 лет вы попали в Киргизию? Да, уже в 16. В 16? Да, 16. Но все равно это малый возраст для того, чтобы стать летчиком. Ну, суть в том, что когда мы закончили уже обучение, уже нам было уже по 19 лет. Так что больнее это такой возраст, что можно было и принимать любое решение. Да. Кроме того, военная школа, она не была такая простая, как сегодня. Военная школа тогда и подготавливали, то есть это был военный лицей,
Мы приехали с военной лицеем, мы уже были, как говорится, духом так были подготовлены к военным делам и так далее. То есть не было здесь такими маменьками, сыновьями, которые, ну, это нравится, это не нравится. Мы знали приказ, знали устав, знали свое дело. Понятно. И закончив обучение во Фрунзе, вы поехали служить в Афганистан. В Афганистан, да. Это уже в 1985 году. Учеба закончилась, и мы были в Афганистане, уже на севере Афганистана, в город Мазар-и-Шериф, провинция Балх. Вот, там у нас гарнизон находился. Это был 393-й полк, вот, и 180-е эскадрилья. Вертолетная. Вертолетная, боевая эскадрилья. А вы учились на вертолет? Да, да, мы учились на вертолет. То есть вы были пилотом Ми-8? Значит, я тогда заканчивал, я сюда приехал как летчик, как вертолетчик, так, как вертолетчик. Но поскольку там в связи были ряд вопросов, что я не мог продолжить быть вертолетчиком, я в Афгане потом уже перешел на другую работу. Тоже в этом же эскадрилье был, я занимался другими вопросами. И потом приехали в Краснодар. И потом обратно прибыл сюда, в Краснодар, для переобучения. То есть с вертолета на самолет. А вот тогда в самолет, тогда уже нас сюда отправили. Это было при правлении доктора Нажибулы. Значит, мы здесь уже начали на самолетах. На самолет Су-24, это самый современный самолет Афганистана, Афганистана была тогда. И мы на этом обучались. Да, вот. Но, к сожалению, что поручилось так, что мы по завершении нашей учебы, Наджибулла уже стало. Да, вот. Переменные уже истории, вы знаете, прекрасно, что было. Да. А какие у вас яркие воспоминания о годах учебы в Краснодарском училище? Ну, яркое воспоминание, я как летчик хочу сказать, у меня все периоды, 4 года, все они яркие. Почему? Потому что, ну, летчики это особый народ, это особое искусство. Я хочу сказать, во-первых, поблагодарить своих учителей, преподавателей, и что с филиала, то есть где мы занимались теорией, и когда пришли в эскадрилью, в практике, это замечательные люди. Они старались максимально нам передать то, что они знали. И вот это искренность, это какое-то, понимаете, человеческое такое вот понимание, вот когда учитель вот старается максимально отдать, например, своему ученику то, что он знает, свое знание передать. Вот. А больше, например, хочу сказать, в практике, когда мы пришли в практике, рискуя жизни, рискуя всего, наши инструктора, они старались нам все переподавать. Даже были вопросы, вещи, которые даже по уставам, а потом нынешней авиации было запрещено некоторые упражнения показать, выполнять, потому что это было как штопор, как говорится, запрещено сейчас. И когда, но учителя, значит, наши инструктора, даже для того, чтобы мы не оказались когда-нибудь в какой-то ситуации, вот, я это запомнил на всю жизнь, что они рискуя свою жизнь, но нас учили, показывали это. И что у нас не только были дневные полеты, у нас и были и ночные. Вот. И вообще, на самом деле, вот человеком, сидя за управлением самолета, доверять, значит, когда существует доверие, это немало значение. Вот, я хочу сказать, что я очень благодарен своих инструкторов, своих преподавателей. Вообще в нашем училище имени Сырова, это было интернациональное училище. Я всегда, честно говоря, у меня был такой белый зависть начальник училища. Я об этом даже и говорил о своем, как говорится, это такое ощущение. Ему даже говорю, очень везет вам, что представьте, 33 стран на утреннем как разводе проходит и приветствует вас. И вообще был такой дух интернационализм. И все у нас, мы друзья с Африки, с Америки, с Европы, с Азии,
и с разных национальностей, разные вероисповедания. И у нас такой была дружба, мы вместе собирались, дружили, смеялись, пели песни, летали вместе, учились вместе. Это было что-то, как будто сейчас, да, дело в том, что это для меня сейчас как сон. Понимаете, что имея такую базу мощную, имея такой потенциал, а сегодня, к сожалению, нету его. Когда сейчас другие создают, у нас это было тогда, уже это было. Конечно, немножко мне сейчас обидновато, бывает так, очень ностальгии небольшие. Ну, вопрос о переводчиков, да? Да. Значит, ну, переводчики – это кто? Переводчики – это самые близкие люди. Когда ты не знаешь язык, переводчик – это язык твой. Потому что все свои мысли, все свои желания, все то, что ты хочешь, ты это выражаешь через переводчика. И представьте, в другой раз бывало так, что, например, сложно было, как говорится, объяснить, потому что как-никак менталитет советского человека, русского человека и иностранного – это разные, да? И он же думает, мыслит по-своему, и это переводчику надо его объяснять, и переводчик должен его и не только привести его язык, но привести его даже мысли. Вот. Конечно, было очень интересно, потому что я хочу сказать про первого переводчика Алексея. Вот. Сейчас мне трудно вспоминать его фамилию, чтобы не соврать, но Алексей, вот, он и днем, и ночью, он был всегда с нами. Ну, потому что он у нас даже в училище, он там же, ему была выделена комната. Ну, для экстренных каких-то случаев и так далее, чтобы переводчик всегда находился. Вот. Он сперва, конечно, ему трудно было перевести и так далее. А потом, когда с нами было в общении, когда вот мы жили, там, общались и так далее, он в конце курса, он так красиво разговаривал. Он очень прекрасно переводил, он красиво разговаривал, он очень свободный. И он говорил: ребята, я вам очень благодарен, потому что, говорит, мне стало намного легче, что вы меня понимали. Вот, ну, есть вещи, которые ему было трудно перевести, потому что он был молодой, он только пришел. Вот. Но, говорит, вы мне помогали. Но в этом было обоюдное, было, как говорится, отношение. И мы ему, и он нам. Вот. Ну, мы были друзьями, потому что он был наш язык. Без него мы никуда. Пока там он нас учил не только, например, преподаватель, я хочу сказать, назвать первого своего преподавателя Ольгу Петровну. Хочу назвать, спасибо этой учительнице. Она на самом деле, бывало время, что она с нами плакала. Мы были детьми. Были такие вот моменты жизни, что мы рассказывали про Афганистан, про ситуацию в Афганистане. Очень такие были моменты, что действительно. Или вот про Вторую мировую войну там были какие-то тексты или рассказы и так далее. Вот было, я говорю, что и мы с ней, она с нами даже были, что вот, да, плакала, и мы плакали. Вот такое даже вот о такой степени, что есть чувство было такое материнское. Вот. И мы действительно чувствовали, как ее сыновья. Вот. Она очень много вложила в того, что, например, мы правильно говорили, красиво говорили. Вот. Но я хочу одну вещь заметить, что русский язык я больше всего учил, то есть речь, разговорная речь от уст ветеранов Великой Отечественной войны. Их было тогда очень много, и все люди были заняты на работе. Единственные те люди, которые в парке сидели, гуляли, отдыхали, это были ветераны. И тогда мне было очень интересно, я к ним прихожу, я задам те слова, которые я знал, я мог там сочинить какой-то вопрос. И они потом, как магнитофон, включались, и я сижу и слушаю. А потом в конце книги это как-то какое-то слово, когда я вставляю, они мне поправляли. То есть моими учителями, кроме Ольги Петровны, на улице были ветераны Великой Отечественной войны. Было
Абдул-Вали, по-моему. Ми-25. Да. Они все были Ми-24 по своему классу. Ми-24НБ, Ми-24В, Ми-24П. Вот. Это, вот на экспорт они от нас, то есть Союза, шли они тогда как Ми-24В. А в Афганистане, за границей, они были, шли они как Ми-25. Вот, современные там компьютеры и так далее. Но по тем временам и условиям эти вертолеты себе показали очень замечательно. Представьте, Афганистан, горная местность, третья часть Афганистана это горы. Это представьте в тех условиях. Это история, вот как сон прошел. Вот. Когда стингеры появились, представьте, вертолетчики наши летали на высоте, бывало, 10 метров от земли. Но вот представьте, это в каком уставе авиации, где разрешено на такой высоте лететь? Mm-hmm. Вот понимаете, были и такие времена. Но все равно, как сказать, все равно это было искусство, все равно доказывали летчики свою смелость, свою преданность, что было с советских сторон, что было с афганской стороны. Вот. У нас, представьте, группа была по 40 человек, ведь никого не оставалось. Они приходили, так уходили. Сейчас я вспоминаю этих лиц, а их нету живых. Понимаете, это как вот, ну, тяжело. Тяжело все равно. Мы вместе были, как говорится, ну, приехали, детьми были вместе. Улыбались, смеялись, ходили, учились. Понимаете, вот для нас учу. Вот. Потом там, значит, сначала тюрьмы прошли в Кемерово-Сахтарске, потом летели в город Будённовск. Вот, там тоже у нас был год. Там тоже у нас был этот лагерь. Ну, типа лагерь. Да. Вот. И год мы были там, а потом на следующий год опять вернулись в Приморско-Ахтарске. Но это были, как говорится, базы нашего училища. Будённовск, он был как-то временный, но основные базы нашего училища, это аэродромы, были это Приморско-Ахтарск, Кушовск, вот, Краснодар. А раньше, значит, еще немножко раньше, ну, то есть Староминская и так далее, Новоминская тоже были какие-то, ну, они небольшие такие базы, лагеря, их лагерями называли. А базы были основными, да, это Краснодар, Приморско-Ахтарск, Кушовск. Какой у вас был самый любимый предмет? Любимый предмет? Ну, как сказать, у авиаторов любимый предмет – это, конечно, аэродинамика. Потому что самолетовождение – это твоя жизнь, это твой, как говорится, это твой, как говорится, хобби. Вот. Поэтому, ну, как сказать, я когда летал, и видел тех летчиков, которые или на пенсии, или в связи со здоровьем их списали, так они не летали. Мне на них смотреть, на них мне было так, мне тяжело было на них даже смотреть. Он ходит, но не может лететь. А вот до такой степени, вот, понимаете, вот втягивается человек в воздух, в полетах и так далее. И хочу сказать, что несмотря на разных там обстоятельства, сложности и так далее, училище наш, порг наш, все они старались, руководство, чтобы побольше дать и, ну, часы полетов, чтобы мы летали больше, больше знали, больше познали. То есть, ну, даже я хочу в этом случае вам рассказать, однажды мы летим на зону, третья зона, это Приморско-Ахтарске, значит, там, соответственно, когда прилетаешь, делаешь 30 градусов крен для познания зоны, что там будешь выполнять, ну, тренироваться, да? Mm-hmm. По упражнению, которое тебе задано. Я, прилетая туда, я сразу резко сделал крен 60, и потом начали его перевернуть. А сзади инструктор сидел. Это против, как говорится, устава и инструкции, то есть не имеет права курсант или учитель, или слушатель это так делать. Ну, я вот так выполнил. Раз, он мне, когда получал замечание, мне сделал замечание, мой инструктор, что то, что ты не сделал, то, что это противозаконно, то есть против конструкции. Я ответил ему, потому что он капитаном был, и я капитан. Я говорю, товарищ капитан,
Да, если бы, конечно говоря, я был бы, учился бы на ту 154, то ему там кренечек сделать, потому что пассажиры сидят. Я военный летчик. Поэтому, может быть, мне простительно. В другой раз надо. Надо, обстоятельства бывают разные. После этого, когда он видел во мне вот эту смелость, говорит, ты не пропадешь. Именно не пропадешь, потому что не старайся там. Да, осторожность, это аккуратность, осторожность, это безопасность, это очень, в первую очередь, в авиации, во всех делах. Вот. Потому что у нас, так и всегда учителя говорили, техника безопасность написана кровью. Касание. Тогда уже поменялась власть, и не приходило никуда, слава богу, ни бомбу кинуть, и с кем-нибудь увязываться в боях. Вот. Так что не было таких случаев, но случаи были для на наших моих однокурсников, когда уже первой же учебы, то есть начала 80-х, то их избивали стингером. Вот это случай, я помню, моих однокурсников, которые их избивали, они погибли. Вот. И такие очень красивые, молодые парни погибали. Сейчас скажу. Лингвистический класс был, куда мы приходили. Лаборатория устной речи? Да. Мы надевали наушники и сидим, слушаем правильную речь. Например, что-нибудь читаем, да, а потом в ответ сидит учительница там, или учитель и начинает нам повторять правильную речь. Ну, конечно, здесь более для этого была роль переводчика. Роль переводчика в каком плане? Что он видит, что но не выезжает человек, не может понять именно это слово, о чем здесь речь. Потому что когда понимаешь, ты вот берешь от человека значение этого слова, понимаешь, ты тогда свободно его стараешься уже включиться и рассказать, и объяснить. А когда не доходит, это получается, что ты просто так механически, технически проходишь, а на самом деле, ну, не знаешь, что это такое. Это неинтересно. И поэтому переводчик здесь был главный, имел роль, что он язык поправлял в плане того, что мысли поправлял. И поправляние мысли, и она поправляла, конечно, язык. Интересно было, конечно, нам. Ну, я хочу одну историю рассказать о том, что играли мы в волейбол, там и переводчик был. Ну, во всех, я говорю, что переводчик это был человек, как наши семьи, наше общество, мы были всегда вместе. Вот, потому что ну, это был наш язык. Играем в волейбол, и там прибегает один, там, орет, говорит, товарищ майор, говорит, человек на вода, вода на человек. Человек на вода, вода на человек. Что случилось? Человек на вода на человека. И больше ничего не говорит, орет, у него пол, и вот такая эмоция, что весь впотевший, и слезы, говорит, человек на вода. Переводчик говорит, да ребята, человек, говорит, может быть, в бассейне тонет, вот он и говорит, человек на вода на человека. Бегом туда, приходим, действительно, курсант упал в бассейн, не может выйти, и тонет, вот человек на вода на человека, это вот. Опять же переводчик. Понятно. Вот я хочу макет самолета Л-39 вам показать. Дело в том, что для человека очень интересно, когда он начинает, например, учиться на велосипеде, так велосипед учить. Ему первый велосипед очень нравится, первая машина, первое все, даже игрушки, даже в детстве. Я хочу сказать, что макет этого самолета Л-39, это чешское производство самолеты. Это очень тогда были самый такой современный самолет, имея кондиционер, имея все, и его технические данные были очень высокие. То есть он прошел очень много ошибок курсантов, у слушателей, студентов и так далее. Вот этот макет самолета у меня всегда, вот сейчас вот вы видите, это круг, заходы на посадки, все остальное это идет через макет самолета. Не такой, конечно, там он попроще маленький, с алюминиевый, но этот вот был мне, да, это мне подарок от училища за то, что, значит, в моих посадках, потому что посадка это очень важно, я не хочу быть хвастливым, но посадка у меня вообще, тройки у меня не было. И поэтому в завершение,
так, то есть летное дело, мне просто со стороны училища был этот самолет подарен для того, что, потому что в журнале моей посадки, сколько я летал, не было тройки. Вот мне было подарен это. И для меня он очень дорог, потому что связан с ним мне очень у меня приятные, прекрасные воспоминания о воздухе. И в этом самолете я, конечно, учился, как завоевывать сердце воздуха, как в воздухе себя вести. Этот, может быть, назвать? Нет? Сейчас, давайте, конечно. Говорит о том, что как там бы не было, как бы там не было, именно та дружба, которая между Россией и народом Афганистана, вот, она сложилась очень веками, она все равно отражается. Это никто не заказывал им. Это сами же люди, которые... Это ручная работа. Это люди, которые не имеют никакого там, никаких станков и так далее. Вручную образ. Вы видите, как они это все сделали. Никто не заказывал. Ни ради денег, ни ради просто интереса. Ради какой-то своей духовной такие сочувствия, понимания, чувства свое. Вот они отразили его в своем искусстве. Флаг России и Афганистана. Здесь тоже карта Афганистана и тут же флаг России и Афганистана. Видите как? Значит, все-таки они, все люди вот мыслят, думают о том, что она же дружба, там, вот такой... Бали харго, ки агар калб хо наздик ми боша, бами хандоза, хама чиз наздик меша, кучак меша, хорд меша, яни наздик меша. Хар андоза, ки дил хо аз хам дур боша, бами хандоза фасила хо дар байнте, бауджуд меха. دیگه بهتر همیسته که همیشه ما دلهای خود را باید چی کنیم؟ دلهای خود را به موسیقی قلب کنیم به نام خدا، به نام واقعا انسان دوستی، بشر دوستی، به نام عمل شایسته و نیک که ما بتونیم با هم دیگر برادر باشیم، هم نوا باشیم، برابر باشیم، هم درد باشیم، هم نوا باشیم، نبینیم به یکی کی از کجاست، از کدام ملت است، از کدام دین است، از کدام آیین است. دین، آیین، ملت، همه چیز اگر هدف یکی باشه، صداقت، پاکی، برادری، دوستی، این همه در یک چیز میاد. طبقی که این در زندگی ما عملی شد و شما من حیث استادا این را امی شکل بر ما درس دادین و ما هم امروز افتخار میکنیم که داریم امی چیز در وجود ما باقی مانده. بفرمایید چند کلمه راجع به آینده روابط روسیه و افغانستان اگر بگویید خوب خواهد شد. ما فکر میکنم که من چون خودم کتابی روسی هستم، من کتابی روسی هستم، من به افتخار میکنم که ما بسیار برای ما جالب است، برای ما بسیار خوشایند است که روابط روسیه و افغانستان با هم هرچی نزدیک شود ما خوشحال میشیم. چرا؟ من در افغانستان تولد شدیم، در اینجا کلان شدیم، در اینجا تحصیل کردیم، در اینجا بزرگ شدیم، آموختیم. از این خاطر هر قدر که این روابط نزدیک و نزدیکتر شود با ما بسیار خوشایند است که ما همین دو کشوری که با ما اردوی زی برای ما مادر وطن میشه، اونجا ما زادگاهم است، اینجا پدر وطنم است، این با هم وقتی نزدیک میشه و مو اندازه برای ما خوشایند است و برای هر من افغانای دیگه موطن دارای ما که به می شکل دمی کش قرار دارن و در از بسیار وقت پیش یعنی تاریخ امیر ثبوت رسانده که مردم روسیه و افغانستان همیشه خواستار دوستی و برادری همیشه بودن و این دوستی ها موجود بوده و امروز هم نادیده به همه که در افغانستان چه شرایط است اینجا هست یعنی رئیس جمهور افغانستان که در اینجا بسیار عاجل کمک های از طرف روسیه به افغانستان
افغانستان صورت میگیره، طبقی که ما چند وقت پیش دیدیم که اینجا از آقای کرزی آمد با آقای مدویدف و آقای پوتین دید و بسیار و عاجل روسیه به افغانستان کمک ها را روان کرد، اعزام کرد و وقتی که باز مشکلات های دیگه این بار هم وقتی که دمی سمیتی که حالا فعلا در چیز موجود است در قزاقستان، آقای مدویدف با کسی که اولین کسی را که نامش بردن که با او می ملاقات میکرد و عبارت از آقای کرزی بوده. یعنی این همه معنای چی را داره؟ معنای ازیر داره که روسیه به هر شکل که باشه خود، یعنی توجه خود را، یعنی انتریس خود را، یعنی چیز خود را از افغانستان دور نمیکنه، چرا که ما روابط تاریخی داریم، پیوندهای تاریخی موجود است، همسایه هستیم. بله، ما فکر میکنم که دولت مردای سابق افغانستان هم یعنی مردم های ساده نبودن، مردم های ضعیف نبودن، اونا همیشه ما تاریخ میدانیم که یک وقت بود که گیتلر پیشنهاد کرد برای وقت پادشاه افغانستان که ما را بگذار که از طریق افغانستان داخل روسیه شویم، پارلمان افغانستان، پادشاه افغانستان، مردم افغانستان. گفتن هیچ یک نفر سرباز آلمانی هم از طریق ما نخواد ما بگذاریم که تیر شود، چرا که این همسایه ماست، برای ما همسایه مقدس است، این امری است که خدا و قرآن برای ما داده، ما این همسایه خدا دوست داریم، ما نمیگذاریم که به همسایه ما از طریق بیگانه ها صدمه برسه. اینم من فکر میکنم در تاریخ هر واقعی که است بسیار زیاد کفایت میکنه، یعنی گفت یک سرباز آلمان از طریق افغانستان نخواهد تیر شد تا که ما زنده استیم، تا که یک افغان هم زنده است. دیگه اینمی من فکر میکنم اینطور یک شعار، اینطور یک فهم، اینو نگفتن که آلمان ها وگرنه آلمان ها خیلی پول ها کمک میکردن، وقت رژیم گیتلر بسیار کمک میخواست که کمک بکنه، پول بده، همین راه را بخره، اما فروخته نشدن. بیایم به طرف های پوینت های مثبت که ما نزدیک شویم، چرا پوینت های منفی در جهان بسیار زیاد است، در هر جا هست. یه خراش پسلویسه روسکه پسلویسه نیتو پلخه ناسی ایس پلخی لودی. از این خاطر ما با پوینت های مثبت باید زیاد رجوع بکنیم که ما را نزدیک بسازه، متحد بسازه، یعنی ام مفکوره و ام ایدئولوژی باشیم، نه که با پوینت های منفی. چیزی در جنگ کنفیتی نیرزدیوسه، война есть война. Так что в этих не о прошлых, а то, что там страшных, плохих, не будем думать. То, что сейчас и тогда мы имели хорошего, надо о нем вспоминать и передать своим детям, чтобы они тоже этого поняли для будущего.